время съемок «Дома 2» мне был нанесен сильный удар. Сегодня я сняла побои и просто так это не оставлю. Подадим в суд на участника «Дом-2» Ебарова. Вот здесь вот изложены все побои. Заявление в полицию уже написано. Настоящий мужчина Ебаров нанес удар. Это телесные повреждения, которые зафиксировали. Поэтому смотрите в суде.